Вместо елки, Деда Мороза и подарков – больничная койка, врачи и переломы. Таким Новым годом для семьи из Бийска обернулась традиционная зимняя забава. Накануне праздника семья с двумя детьми решила покататься на горке. Вот только место выбрали небезопасное. Вверху идут горы. Можно с любой стороны подойти, с какой нравится. Есть спуск к реке, то есть гора очень длинная, большая. Можно скатиться практически к самой реке, то есть что тоже опасно. И очень много деревьев, потому что это лес. При первом же спуске с такой горки дети влетели в дерево. Сын женщины отделался ушибами, а вот дочке повезло меньше. У 7-летней девочки перелом плеча и бедра. Сейчас она готовится сразу к нескольким операциям. По словам врачей, свою роль сыграло не только место, но и предмет для катания – бублик. О безопасности в этих местах думают мало, больше о развлечении детей и взрослых. И, как правило, за счет того, что там места не оборудованы никакими средствами безопасности, бортиками, дети просто элементарно с тех средств, на которых они катаются, улетают в абсолютно хаотических направлениях. Несмотря на то, что горок в краевой столице стало меньше, статистика пострадавших не изменилась, а тех, кто выбирает для катания тюбинги, становится больше. Самым травмоопасным считается катание вот на таких вот бубликах. Они развивают большую скорость, а также в них невозможно затормозить ногами. Но если хочется покататься именно на бублике, то лучше это делать на специально оборудованных горках. На таких горках предусмотрены специальные снежные бортики, которые препятствуют вылету в сторону. Да и сама территория безопасна, без деревьев и крутых склонов. А сейчас столбов какой-нибудь. Самые распространенные травмы от таких катаний – черепно-мозговые, компрессионный перелом позвоночника, переломы верхних и нижних конечностей, а также таза. Причем у взрослых последствия зимнего веселья гораздо тяжелее. У взрослых масса больше, скорость развивает они значительно выше, и эластичность скелета она совсем другая. То есть менее эластичен скелет, чем у детей. Поэтому вероятность получения перелома значительно выше. Специалисты советуют выбирать только безопасное место для катаний, а также отдавать предпочтение ледянкам или простым картонкам. Но для самых смелых, тех, кто предпочитает бублики, не забывать о мерах безопасности. София Яценко, Алексей Фризин, День с толком.